На мелкомасштабной карте страны Соликамский район – небольшая точка в верхнем течении реки Камы, вблизи Уральских гор, в северной части Пермского края. Все годы территория района играла заметную роль в истории страны. В 16 столетии наш край был форпостом Московской Руси на востоке. В 17 веке здесь проходила историческая Бобиновская дорога, соединявшая центр и сибирские окраины государства. По ней уходили на восток к берегам Тихого океана и неведомым землям Китая русские землепроходцы. Здесь начиналась Уральская горнозаводская промышленность. У деревни Григоровой был построен первый медиплавильный завод, а на реке Боровой находились первые в стране соляные промыслы. Сегодня это история, которую нужно знать, хранить, которой нужно гордиться. С чем ассоциируется у меня Соликамский район? Это прежде всего с огромной территорией. Это с 7 поселениями, которые удалены друг от друга. Каждое поселение имеет свою историю, свой колорит. Это с людьми, которые участвовали в истории и в жизни, и в событиях этих поселений и всего района. Мы сегодня отправляемся туда, где в нашей стране зародилась соляная промышленность. Первыми населенными пунктами по пути из Соликамска до Верх-Боровой будут села и Тахтуево. Одно село располагается напротив другого. В селах раньше проживало 25 душ мужского населения и насчитывалось 22 двора. По сравнению с соседними деревнями села развивались гораздо медленнее. Медленнее, например, чем Тахтуево. Село Села впервые упоминается в переписи Яхонтова 1579 года как деревня-селище. Уже тогда это был значительный населенный пункт, стоящий на роднике. Доехать до этих населенных пунктов несложно. Рядом с ними находится асфальтированная дорога. Следующий наш пункт – это деревня Кокорино. Да уж, дорога здесь действительно намного хуже, но проехать по ней все-таки можно. Впервые деревня Кокорино упоминается в переписи 1623-1624 года. К началу 20-го столетия в деревне было 46 дворов и 232 жителя. В селении находились земское училище, торговая лавка, часовня, мукомольная мельница и на реке Боровой. Деревня Кокорино является последним населенным пунктом, который находится в среднем течении реки Боровой. Жители этого села занимались выращиванием хлеба, но только для внутреннего потребления. На продажу его не хватало. Что касается других населенных пунктов, то они не вынесли испытанием времени. А кокоринцы, кроме того, что выращивали хлеб, они еще и работали на соляных промыслах, это был их побочный заработок, а также они занимались баржестроением и охотой. А вот здесь, на противоположном берегу Боровой, располагалась деревня Косолапово. Впервые деревня Косолапово упоминается в переписи 1579 года. В 1816 году здесь числилось всего 4 двора, в 1884 году 15 домохозяйств, а в 1910 году 26 дворов со 127 жителями. Жители Косолапово тоже не бедствовали. Даже в неурожайные годы им хватало той продукции, которую они производили. В начале 20-х годов жители деревень Косолапово и Кокорино объединились в один колхоз. Колхоз числился в числе передовых. Потом было принято решение об укрупнении колхозов, и это решение послужило угасанием деревень. Угу. Занимательная на самом деле история, но я предлагаю отправиться из деревни Кокорино до Верх-Борового. И, судя по карте, это всего 4 километра. Но он самый сложный для проезда автотранспортом. За последние годы дорогу здесь сильно разбили лесовозы.
Деревня Вербаровая считается древнейшим русским поселением на территории Соликамского района. Ряд исследователей относит ее возникновение к 1430 году. А вы говорили, что деревня Кокорина – это самый последний населенный живой пункт. А здесь, посмотрите, и дома отстроены, новые кирпичные постройки, люди, животные. То есть можно сказать, что деревня-то, она все еще населенная. Дело в том, что официально этот населенный пункт не существует. А раньше деревня была очень большой. И вот по плану 41-го года она имела вот столько домов жилых и даже храм. Судя по тому, что здесь построили церковь, получается, деревня-то была развита экономически, да? Совершенно. Раз построили ее, а не простую часовню. Да. Скажите, а что значит эта надпись, которая на церкви? Это храмозданная надпись. Представляет из себя древнюю вязь славянскую. Скажите, что обозначает эта надпись? Надпись свидетельствует о том, значит, при каком царе был заложен этот храм. Буквы, древнеславянская вязь, обратите внимание, что они имеют еще вот такой лекальный орнамент в виде плетенки. Слова разделены рельефами двух видов – балясинами и изображениями павлинов. В тексте указана дата освящения храма и сообщается, что построена сия церковь во имя честного и животворящего креста Господня и святого великомученика Георгия при благочестивом государе-царе и великом князе Федоре Алексеевиче. Это древнейшая из сохранившихся каменных церквей на Урале, замечательный образец русского каменного зодчества 17-го столетия федерального значения. К сожалению, церковь была закрыта в 30-х годах. Попытки восстановления храма делались в 2004-2005 году, но они тоже закончились неудачно. Но мы с вами можем посмотреть еще два места, где находились часовни. Кроме Крестовоздвиженского храма, украшением села были еще и часовни. Одна из них находилась здесь, на Барке. По преданию, поставлена часовня на могиле 40 убиенных родителей, защитников Вербаровой, погибших во время набега нагайцев в 1547 году. Поминовение погибших совершалось или 6 января, или в день Девятой Пятницы. А рядом с часовней находился священный колодец. Этот колодец очень почитали местные жители. Кроме того, около колодца росла священная сосна. Археологическая экспедиция в 1986 году, которую возглавлял Геннадий Бординских, еще видела ее. К тому времени сосна представляла из себя уже засохшее дерево. Случайно ли само название Барок и появление там священной сосны? Дело в том, что на севере такие предания не редкость. Северные народы почитали это дерево, и сосна часто являлась символом языческого святилища. Получается, люди идут и едут за сотни и тысячи километров, чтобы побывать несколько минут и найти сакральные центры. А у нас они находятся буквально в 20-22 километрах от Соликамска. С сосной у местных жителей связано еще одно предание, которое гласит о том, что в этом местности жили три брата, которые промышляли разбоем. Работать они, естественно, не хотели, искали легкой добычи. Дождались они, когда в село приедут купцы иноземные и продадут свои товары заморские и получат достаточное количество казны. И вот дождались они темной ночи, напали на этих купцов, отобрали у них сокровища и решили спрятать под этой сосной. Нашли огромный, под одним из огромных корней сосны, они выкопали глубокую яму и все туда спрятали. Так вот, легенда гласит о том, что этот клад, который спрятали братья, можно найти только в самую темную ночь. Почему братья кладом не воспользовались? Потому что как только они его зарыли, а потом это место заколдовали, они тут же исчезли с лица земли.
Впрочем, в каждой легенде есть доля правды. Поэтому мы идем дальше и с Варка отправляемся на дорогу, которая может привести нас в Азлов. И на этой речке когда-то находились рассолоподъемные трубы. Одна из труб находилась прямо на дороге, которую расширяли, и лесовозы эту трубу втоптали в землю. Ну вот солеподъемная труба, она уже потеряна, да, можно сказать, для истории. А вот были ли найдены какие-то еще клады, которые не мифические, а настоящие, которые пригодились краеведческим музеям? Что касается кладов, которые встречаются и встречались в этих местах, то большое количество их было найдено в 60-х годах. Именно здесь, на полях, было найдено серебряное иранское блюдо. Здесь были найдены монеты иностранного производства. Здесь была найдена крышка 12-13 века. Есть еще одно предание. В 4 километрах к северу от села Вербаровая находится бывшая деревня Сердук. И там есть урочище, с которым связана легенда о том, что в нем схоронился древний народ. Легенда гласит о том, что когда-то берега этой реки населял народ чуть, и оно не приняло христианство. И поэтому однажды ушло под землю, и теперь выходит на свет очень редко. Вторая часовня находилась здесь, на Тарическом озерке. Озеро находилось на левом берегу реки Боровицы. Здесь тоже находилась часовня. Здесь после сбора урожая собирался народ. Священник после крестного хода, значит, который заканчивался молебном, позволял местным жителям купать коней в этом озере. Последний маршрут от Верх-Боровой пролегает в урочище Рассолы. Находится оно к востоку от деревни Верх по течению реки Боровой, примерно в 1,5 километрах. При археологическом исследовании урочища выяснилось, что соль в Рассолах добывали не одно тысячелетие. 4 верхних слоя были оставлены русским населением, которое проживало здесь с 16 века. Следующий слой, насыщенный находками и остатками производственных сооружений, относился к периоду родановской культуры коми-пермяков, которые проживали на этой территории с 10-14 веках. Последний слой относится к середине каменного века. Чем примечательно это место? Это место примечательно тем, что здесь по берегам реки выходит до десятка соляных источников. И именно здесь были построены первые 5 или 10 соляных труб. Население, которое здесь проживало, чем оно занималось постоянно? В основном оно занималось солеварением. И здесь прослеживаются все этапы солеваренного производства. То есть сначала люди пользовались скребками каменными для добычи соли. Затем появились глиняные котлы. И только после этого уже появились варницы. Да, действительно волнующее место. Здесь скрытая история в каждом дереве, в каждой горстке земли. И узнается так много историй, ну, в принципе, которые нам еще предстоит много узнать. Сегодня мы открыли лишь одну из глав истории промышленного освоения Прикамья. В будущем нам предстоит открыть немало интересного, пройдя по другим историческим дорогам.